Раз первые были барды, давайте про бардов и поговорим. Эдуард Филь. Есть такой замечательный организатор фестиваля, и вот я написал ему небольшое посвящение. С уважением. Сижу над тарою, со стеклотарою. Вот сдам посуду, куплю гитару я. Куплю гитару, но пить не брошу. Без водки бардом не стать хорошим. А бардов бабы балуют чаще и любят крепче, чем настоящих мужчин, что знают любое дело. Ребята, в барды идите смело. Там без нахальства, как без закуски. Плевать, что барды не знают русский. Плевать, что в песне лишь три аккорда. Но бородата лихая морда. Но безразмерны живот и печень. Вот запоет он, и крыть вам нечем. И не укрыться, как нейтрино. Бери бутылку, ползи с повинной. А бард закурит, нальет с приветом. И будет петь вам аж до рассвета. Еще один бард, уже челябинский, Эдуард Филь, он из Центральной России. Алексей Беляев, частый гость, кстати, Агидели, вот в этом году его нет, замечательный гитарист. Наши пальчики нас поумней. И упав на гитарные струны, мчатся стаи волков ночью лунной, уводя нас из мира теней в государство прекрасных огней. Нам не спится в эльвенскую ночь, и в обнимку с гитарой подругой мы идем по костровому кругу, скуку гоним аккордами прочь, обещая всем песней помочь. Нам, наверное, уже не успеть стать богатым, престижным, известным. Мы уже на краю, если честно. Нам удобней упасть, чем взлететь. Жизнь возьмите, но дайте допеть. Замечательный фотохудожник, известный всему бардовскому миру, Алексей Гальянов. Станция к Алексею Гальянову. Хочется быть и простым, и великим. Знать тонкий вкус нежных девичьих щек. Мы еще дарим друг другу книги. Вот только сколько продлится еще. Мы друг на друга все чем-то похожи. Вместе 100 лет наизусть каждый жест. В зеркале утром небритые рожи, мутные скляры, язык весь обложен. И на котором мы свете уже. Реплики наши острее кинжала, а записать не поднялась рука. Жизнь попужала, пока не прижала. Только вот сколько продлится пока. К счастью, никто из нас, братцы, не гений и не калиф, извините, на час. Да, ты сейчас повелитель мгновений. Только вот сколько продлится сейчас? Пей, если хочешь, вернее, если можешь. Выставь безносую ведьму за дверь. Ты нам теперь и родней, и дороже. Пусть же подольше продлится теперь. Спасибо.